Повышение уровня ответственности в области охраны труда на предприятиях России – одна из основных миссий Института повышения квалификации «Технопрогресс». А обучение навыкам безопасного выполнения работ на высоте – неотъемлемая часть этой миссии. С целью обеспечения максимально высокого уровня подготовки работников у Института повышения квалификации «Технопрогресс» имеются полигоны с учебно-тренировочными стендами для отработки практических навыков безопасного выполнения работ на высоте, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге. Уникальная конструкция наших полигонов позволяет имитировать любые ситуации, в которые могут попасть высотники на объектах. Если вы еще не знакомы с возможностями наших стендов, то рады пригласить вас на экскурсию. Наши преподаватели продемонстрируют все возможности тренировочного полигона, а также расскажут, как проходит обучение и отработка практических навыков безопасного выполнения работ на высоте. Мероприятие проходит в очном формате, поэтому предварительная регистрация обязательна. Приходите, мы будем очень рады вас видеть!